Друзья, привет! Кухня простая и сложная снова с вами. Сегодня я вам покажу замечательный рецепт, очень быстрый, очень вкусный. Это будет торт «Молочная девочка». Для этого нам понадобится мука, яйцо, сгущенка, разрыхлитель, соль и сливки. Берем миску, добавляем соль, яйцо, разрыхлитель и сгущенку. Сгущенки нам нужно добавить сюда 300 грамм и 80 грамм еще оставить на крем. Берем миксер и начинаем перемешивать. В этом рецепте самое интересное, что не надо взбивать до пены, ничего. То есть этот рецепт достаточно простой. Если все ингредиенты готовы, торт можно приготовить за 40 минут ровно. Но ему нужно будет постоять в холодильнике, чтобы он пропитался и был очень-очень нежный. Все, я размешал наши жидкие ингредиенты и добавляю муку. Мука у меня просеянная. Добавляем и замешиваем. Тесто замешали. Нам сейчас нужно выпечь коржи. Коржи мы будем выпекать 5 или 6 коржей. Все зависит от того, какой диаметр вы будете делать. Я буду выпекать 5 коржей. Примерно на каждый корж у меня уйдет примерно 3 ложки. Раз, два и три. Духовку мы разогреваем до 190 градусов. Каждый корж будет выпекаться примерно 5 минут. И вот так вот делаем, так как мы будем делать круглый торт. И разравниваем каждый корж вот так вот по кругу. Не пугайтесь, если он у вас получится неровный, ничего страшного. Мы все равно края будем у коржа обрезать. Нам края понадобятся для крошки. Вот посмотрите, вот такие примерно я буду делать коржи. Вот первый корж готов. Отправляем его в духовку на 5 минут на 190 градусов. Посмотрите, первый корж готов. Не стоит его сильно зажаривать. Вот он в таком виде очень будет мягкий. Так как мы его намазали очень тонко, он очень быстро приготовился. Сейчас его нужно снять и сразу же нужно делать новый корж. Пока второй корж стоит в духовке, работаем с первым. Берем тарелку вот такого диаметра. Вы можете взять любую, какая вам нравится, но у меня вот такая. Прикладываем ее к нашему коржу и срезаем. И срезаем ненужные части коржа. Вернее, как, они нам нужны, но пригодятся в другом месте. И корж перекладываем вот сюда. А крошки, то, что остались обрезанные, мы их собираем и помещаем их в стакан для блендера. У нас крошек будет достаточно много от 5 коржей, чтобы потом их измельчить. Коржи для торта «Молочная девочка» у нас готовы, мы отпекли, они у нас остывают. Все, что мы срезали, мы положили в чашку для такого блендера и должны измельчить. Бисквитная крошка готова, посмотрите, все отлично. Приступаем к крему. Берем посуду, вливаем в нее сливки и начинаем взбивать. Взбивать нужно до состояния пиков, ну то есть, чтобы была плотная-плотная пена. Сахар мы не добавляем, мы будем добавлять сгущенку. А вы в это время сделайте паузу, поставьте колокольчик, все видео, подписывайтесь, будет интересно. Посмотрите, сливки взбились. Вот, они уже не текут. Сейчас мы должны добавить сгущенное молоко, остатки, и перемешать. Перемешивайте лучше ложкой или лопаткой. И вот так аккуратненько. Вот такой незатейливый крем для нашего торта получился. Очень быстро и достаточно просто. Берем корж, укладываем либо на тарелку, у меня вот такая подложка, и начинаем наносить крем. Вот примерно такие большие две ложки. Размазываем, разравниваем. Берем следующий корж. Чуть-чуть придавливаем. Следующий корж. Все, следующее наше действие. Мы должны сейчас закрыть борта. Берем крем и начинаем
замазывать вот так вот борт. Все, борта замазали. Теперь берем нашу крошку, посыпаем сверху торт. И присыпаем борта. Сейчас мы должны немножко его украсить. Вы украшаете по своему усмотрению. У меня вот здесь есть несколько ягодок клубнички и немного голубики. Торт украшен. Друзья, желаю вам приятного чаепития. Зовите всех к столу и помните, готовить может каждый. Увидимся!